есть. На автохолде? На автохолде, да. Ну, опять... То есть это в пробках, можно прям в движении эту кнопку нажимать? Да, нажать, и чтобы долго ногу на тормозе не держать, вот так подержали, отпустили, она будет стоять. Газ коснулись, она поехала. Опять тормоз нажали, все. Угу. Угу. Тут разобрались. Вы можете на коробке ездить как? На ручном режиме. Переключать вверх, вниз с передачи. Вот. Либо она вот на автомате, как она у вас стоит. Угу. Как включать скорость? Вот здесь есть кнопочка. Вот, допустим, нажимаю тормоз, кнопочку. Включилось D. Положение. Угу. Вот сюда. Угу. Включилось D. Вот. Угу. Смотрите, нажимаю сейчас кнопку парковку, сразу P. Как парковку? Вот так просто. Угу. Ты еще раз включил D. Включаю парковку, она на парковку. Ну, допустим, смотрите, вот включил. Сейчас я пристегнусь. Она автоматически с ручника снимется. Вот сюда. Сейчас она стоит. Я ногу с тормоза убрал, она стоит. Педаль газа слегка коснулся. Все, видите, снялась и поехала. Угу. Вот. Кнопочку зажал, вверх. Включилась задняя камера. Сдаем назад. Все. Сдаю. Припарковался. Нажимаю кнопочку P. Все, она на парковку встала.